Областной театр кукол получил гран-при на международном фестивале в городе Новосибирске. Они поставили спектакль «Земля предков». Отметим, что в международном фестивале приняли участие около 20 театров из 6 стран. Спектакль «Земля предков» впервые был поставлен на сцене Новосибирска. Постановка связана с древнейшим периодом тенгрианства, времени, когда зарождался шаманизм, а люди слышали и поклонялись духам стихии, были едины с природой. В постановке показаны нравственность, честь, мужество и отвага. По сценарию мальчик по имени Ержирек намерен продолжить наследие своих предков. Главный режиссер театра «Кукол» отмечает, надежды на победу было мало, ведь на фестиваль съехались актеры со всех уголков мира. Первый раз были на этом фестивале, мы не знаем их формат, но так получилось, что когда спектакль был закончен, весь зал долго аплодировал этому спектаклю. Гран-при – лучший спектакль зарубежных театров и лучший художник-постановщик заняла Гульнар Канафина. На сегодняшний день у нас уникальный, свой национальный репертуар. Он нигде не дублируется. Почему? Да потому что пьесы для этих спектаклей я пишу сама. Уже две пьесы побывали на республиканском фестивале и были номинантами этого фестиваля. Были на фестивале в Новосибирске. Ко мне подошли коллеги из других театров и сказали: «Мы получили истинное удовольствие от вашего спектакля». Стоит отметить, что сама постановка – это моноспектакль, где преимущественно играет только один актер. В данной постановке им стал главный артист театра Ержан Бегашев, который является номинантом 7 различных международных фестивалей Украины, России, Казахстана, Молдовы и других за лучшую мужскую роль. Сравнивая с прошлогодними фестивалями, на этот раз конкуренция была сложнее. Было много известных и знаменитых театров, именитых в этих кругах актеров. Многие страны приглашают нас поставить этот спектакль у них, считая, что это одно из самых успешных выступлений. Где бы наш театр ни выступал, он становится номинантом, победителем конкурсов, фестивалей. Нас очень радушно встречают. В этой пьесе разные роли и разные образы. Их все играет один актер. Мы участвовали в небольшой делегации и вернулись с большим трофеем. Плюсом стала выбранная нами тема. Ведь наш национальный код – это наш бренд. Мы не будем отходить от этого бренда. Большинство наших постановок не выходят за рамки национальной темы, таких как уважение в семье, образование, отношение родителей к детям, уважение к окружающей среде и так далее. На сегодняшний день в театре «Кукол» работают 50 человек, из них 11 – ведущие актеры. В театре ежедневно ставятся 2-3 постановки. Всего в репертуаре театра насчитывается около 30 разножанровых спектаклей. Ажан Сабитхасалматкаипов, Дидар.